С некоторых пор связь нашего чистого либерализма с порочной авторитарной властью даже не отрицалась. Просто отводили глаза и вздыхали в расчете на понимание. Но в этот раз и глаза отводить не стали. Публично прозвучало, наконец, соображение о том, что само по себе зарождение либерального гомункулюса в путинской пробирке вовсе не грех, а совсем напротив, тактическая победа сил добра. И что в лице Ксении Собчак мы имеем дело с неким либеральным Штирлицем, вошедшим в доверие к врагу, чтобы в ключевой момент ударить его бутылкой по голове. Вера, конечно, умирает последней. Галлюцинировать никто не запрещает, но здравый смысл велит нам основываться на очевидности. А очевидность заключается в том, что Собчак получила финансирование и карт-бланш на безнаказанное совершение либеральных безумств средней тяжести. За флажки не выходить, Сталина разоблачила полностью, но про Путина дурного слова не сказала ни разу, и готовности рисковать жизнью ради прекращения тирании ничем не проявила же, конечно. Насчет риска, увы, не фигура речи, мы знаем, как Путин поступает с теми, кто считается предателями, не так ли? Знаем и его инструментарий в отношении тех, кого он считает реальными, а не потешными противниками. Как говорится, милости просим сравнить и убедиться. Так что, похоже, Штирлиц только притворяется нашим разведчиком, а работает таки штандартенфюрером. Собчак гораздо харизматичнее своих предшественников в этой роли, но это единственное отличие, если не считать пола. Впрочем, еще есть и личные связи. На порядок существования тех, которые имеются у конкурирующей обслуги. Так что агент она не дюжий, и кремлевский хлеб ест, конечно, не напрасно. Там, внутри, существуют, разумеется, и личные амбиции. Но разговор не про психологию, а про политическую реальность. А реальность, повторяюсь, очевидна. Вместе с другими предвыборными говорунами, но гораздо эффективнее их, Ксения Собчак выполняет важную для власти задачу заморочки мозгов. Она электризует массы и затягивает их на малолегитимные и насквозь подложные «выборы» в кавычках, результат которых предрешен хотя бы потому, что реальные противники режима давно уничтожены, выдавлены из страны, оболганы и маргинализированы, да попросту недопущены в бюллетени. Но когда Собчак прилюдно плещет водой в лицо Жириновскому, а Грудинин дарит ей за это букет цветов, кто вспомнит про морг, в который давно превратилась при Путине политическая конкуренция? Цирк зажигает огни, публика рукоплещет, и системный либерал на общественном доверии вместе с клоунами, окучившими соседние электораты, помогает режиму целехоньким перескочить через опасную территорию. Территория, на которой в приличных странах принято отдавать власть. Проскочив этот перестреливаемый отрезок, власть снова наглухо спрячется за броней легитимности в кавычках еще на 6 лет. И ради этого бонуса Кремль, как мы видим, готов не только терпеть разговорчики в строю, но и сам организовывает их. Государственные напоминалки про 18 марта лезут уже из каждого утюга и трамвая, не оставляя сомнений, именно проваленная явка, ясное ощущение совершенного воровства и подлога. Уличные протесты внутри и понижение статуса до критического снаружи – вот главная тревога режима на ближайшее воскресенье. «Приди и проголосуй, россиянин»,
хоть за кого-нибудь, но проголосуй. Помоги свалять Ваньку, слепить из узурпации выборы, как слепил недавно один местный умелец ракету из говна. Она, конечно, никуда не взлетит, но ведь похожа, очень похожа, правда? Да совсем не похожа, признаться, вот совсем. И для того, чтобы работать на этом космодроме, надо сильно зажмуриться и заткнуть нос. И это мы как раз умеем. Умеем, как выясняется, и не видеть очевидного, и не замечать запаха. Короче, все на выборы, ага, помогите Путину. Виктор Шендерович.